творческая студия позитивного мышления, сила позитивной мысли, Татьяна Салмановна Мактум Саевна. Сейчас я наведу такой легкий мейкап, помаду. Конечно, сполоснула чуть-чуть лицо водичкой, вообще, конечно, дождик немножко, хотя переменная облачность, дождик, в принципе, такой стороной, наверное, прошел, вот. Мантры нежности и любви. У меня тихонечко включены мантры нежности и любви. Моя на моей кухне Гранд Ресторант. Я загружаю там видео. У нас даже ни одна минуточка не проходит. Зря. Так что вот. Легкий душ. Сделала такой легкий душ для моих ног. Вот, а видео загружается на мою страницу ВКонтакте, Татьяна Салмана, через дефис, Мактум Сайфуддин, через дефис. Занавески стираются, поставлены в стиральной машинке занавески, так что вот, несколько раз я их там стираю, сейчас они у меня полоскаются несколько раз, вот, еще поставила, так что вот, я заснимаю видео, загружаю. Я засняла уже сегодня уже несколько видео, так что все их уже загрузила. Смотрите, такие жемчужины. Жемчужины. Как я там читала. А какие люди живут там, в этом поселке или городе? А какие люди жили в том поселке или городе? Откуда вы? Так что вот здесь такие же. Вот такие вот дела. Как это называется? Что такое там? Как я сказала... Пишу эти притчи, не притчи. Неужели это были вы, мужчина? Здесь у нас канализация. Тут когда-то в прошлом году, там больше полугода чинили, знаете, эту канализацию. Здесь мужчина был такой ответственный. Так что вот, я вас даже не узнала. Неужели это были вы? Я так посмотрела с моего окна на кухне, мне так показалось, что это вы. Наверное, вы съездили, явно мужчина знает секрет, если это был он, я точно сказать не могу, потому что несколько раз его видела и смотрю там сверху, с балкона, и вот, и чисто вот так вот, как говорится, как-то его по очкам, здесь я его как-то вот так вот узнаю, так что вот, так как-то его по машине, как-то в общем, я могу немножко ошибаться. Но мне показалось, что это был он, понимаете? Это был он. Он явно съездил в Суздаль, детокс Натальи Правдиной, потому что если вы мне скажете, что это он, это тот же самый мужчина, который был в прошлом году и вот это занимался этой канализацией, если это был он, которого я вот сегодня видела, в общем, ну вы там вот узнаете на самом деле. Так что вот, потому что как он выглядел в прошлом году, я еще раз повторяю, если, потому что точно я сказать не могу, потому что он здесь был намного постройневший, похорошевший, помолодевший, я даже его и не узнала, поэтому я вам и говорю, возможно,
Вот. Если это такой эффект на детоксе Натальи Правдиной, то, понимаете, 60 тысяч – это вообще копейки. Он выглядел там лет на 15 моложе, такой прям это. Так что вот. Это к чему? А эти сказки, сказки для этих чародеев, сказки для взрослых, волшебная палочка, Михаил Маратович, вот волшебная палочка. Ах, эти чародеи. Да, там такое омоложение, вдруг чародей, такое вот это омоложение. Ну, вот, Татьяна Салмановна еще, знаете, пишет, знаете, такие, надо мне еще книжки, это фильм «Крем», я очень увлекаюсь этим фильмом «Крем», вот, «Геном красоты». Я так понимаю, сначала вот эта машина была, потом она когда-то очень, пока я там занималась этими загрузкой видео, просмотром моего видео на Ютубе, вот, эта машина куда-то там исчезла с этим мужчиной, и на этом самом же месте появился трактор, я правильно понимаю? Как это новый трактор «Волка Марина», такой новый трактор, на котором любил Арлов ездить. Появился этот трактор, точно такой же, с тремя рабочими уборщиками. И один мужчина был вообще, ну просто такой, прям глаз не отвести, восточный. Ну потом они быстро тут, наверное, что-то вдали, сейчас потом посмотрела, там уже никого, ну конечно. Ох, красота! Ну что, еще немножко брови, в общем, как-то вот это вот. Я думала, у них, наверное, опять это канализация. Канализейшн замусорилась. Канализейшн. Они просто, знаете, вот это вот хотят, знаете, это прочистить, знаете, вот это вот на халяву, короче, вообще ничего, знаете, то, что стоит там, как минимум, знаете, от 10 миллионов долларов, понимаете, а они вот это вот хотят, вот на халяву, знаете, прийти какие-то бумажки, вот с какими-то бумажками там, вот это, поелозить бабушку, да, вот это вот, показать какие-то бумажки. Просто понимать надо, понимаете? Ну кто пойдет с этими с бумажками к Вольфу Мессингу, который вот так вот посмотрел и так уже все знает? Знаете, елозить мозг к Вольфу Мессингу?
А еще вот какой интересный вопрос. Вам никогда не приходило в голову, вот знаете, там большие начальники, всякие руководители большие, там наверху, на верхах. Что-то я вот никогда не слышала, что какие-то там вот это, я вот сколько лет, вот так вот помню, сколько лет, это, знаете, как-то вот уже идет. Их могут как-то переместить, ох, Мишка, дверь ко мне закрывается, вот этот балкон, Мишка, переместить куда-то, знаете, вот это могут, по типу на другую должность, вот это вот. И знаете, как там, перетусовывают, знаете, как-то, если что, их куда-то там, на другую должность, там, куда-то вот это, ну, они как бы никуда, знаете, как-то вот это вот. Вам не кажется, что это как-то вот такой интересный вопрос, правда? Может быть, его, ну, я просто вот на самом деле, я вообще особо новостями, я вообще как-то там не интересуюсь, но я вот, насколько я вот так вот вспоминаю, больших верхах, из таких вот этих олигархов, насколько я знаю, вот Ходорковский, понимаете, он был, ну вы поняли, да, то есть такой, он как бы, такие у него этим были амбиции, и как-то ему так это, в общем, вы поняли, да, за вот такие вот эти вот амбиции, в общем, вот это вот. Я просто, знаете, вот политика, знаете, есть такая вот эта вот, как называется, всю передачу-то смотрела, как он, очень так, это Жириновский, как вообще, знаете, так Жириновский, поединок, вот эта передача «Поединок». Ох, такая суперкрасотка. Это я к чему? Это к чему стала говорить-то? Ну да, да. Вообще очень интересно, в своей лекции, в интервью сказала Татьяна Черниговская, что, в общем-то, сейчас такие технологии и так далее. Про стиральную машинку вы послушайте, что вот без стиральной машинки она даже не представляет, и, в общем, как-то вот это вот. Это так очень интересно вообще на самом деле. Я просто подумала, надо же, такая уважаемая женщина, ей так много лет, вот, как там, вот это вот. И какие-то такие она вещи. Вы послушайте, что она говорит про стиральную машинку. Просто даже Стас Михайлов, который вот, как бы вот обращаясь к залу, так я, знаете, песни его так, мне очень нравится, в принципе, часть песен Стаса Михайлова, который, знаете, вот это вот, пожеланиями зрителям, вообще он добра желает, любви, очень хорошего желает. И тут я как-то услышала, что он желал людям, знаете, как там, здравия, знаете, быть в здравом уме, в общем, как-то вот это вот.
как-то он, знаете, вот это вот. Хотя он достаточно такой, достаточно, так скажем, возрастом отличается вот от Татьяны Черниговской. А самое интересное, что она даже сказала, что у нее даже вроде, а поскольку она изучает мозг, у нее, знаете, такая тематика мозг. И она даже сказала, что она вроде как там работала или большое время, я точно не могу сказать. Вроде она сказала в какой-то лекции, что она провела достаточно там какую-то часть, ну, могу ошибаться, да, могу ошибиться. Но, скорее всего, в одной из лекций она сказала, ну, человек, изучающий мозг, ну, в общем, что? Посещала определенные места, где, в общем, видела она даже вот рассказывает про людей. Она как-то, честно говоря, в общем, да, рассказывает про людей как-то с определенными такими заболеваниями. Так что вот. Ну что, как-то к чему-то, а к чему это? Просто, знаете, так очень так интересно. Очень так интересно. Я просто очень удивилась. Очень-очень-очень удивилась. Так что вот, таким ее, в общем, словам. Я понимаю, что нет, знаете, а еще стиральная машина, а когда, знаете, моют, убирают помощники, а когда еще готовят, и стирают, и готовят, и убирают. Лучше, конечно, вообще в замке жить, и, в общем, иметь лимузины, хаммеры, ну и, в общем, конечно, стиральная машинка, и, знаете, вот эта вот посудомоечная машинка, еще эти умный пылесос. Кстати, вот, это она рассказывала на этом видео про умный пылесос. Потому что она говорит, представляете, вот женщина, там кто-то вот, уже, говорит, так вот с гаджетами общаются, там кто-то, но не она. Там уже, знаете, у людей уже умные пылесосы. Вот она включает умный пылесос, и с ним уже вот так вот с этим пылесосом, говорит, оставляет ему свет. Он думает, что, ну, пусть он пылесосит при свете. Вот. И кот рядом с ним ходит, чтобы ему было не одиноко пылесосу. Уже, знаете, вот она к тому, что вот уже относится кто-то, знаете, к этому умному пылесосу, который вот это, то есть как-то и свет надо включить, ну, чтобы кот рядом как-то вот ходил, наверное, составлял компанию пылесосу. Но кот, наверное, скорее всего, коту нравится, что пылесос-то он ездит, понимаете, такой круговой пылесос. Ну, там, моет, чистит. Ну что, «Вечные жизненные истины» Джозеф Мерфи, одна из книг моей библиотеки, я думаю, мой самый любимый автор Джозеф Мерфи. Это его слова, его цитата: если весь мир говорит, что это невозможно, то человек с дисциплинированным сознанием отвечает: это уже сделано. Вот. Разные темы у него тут, разные, у него книг много, разные темы. Поднимает различные вопросы. И сотворение мира, я даже все даже не читала. И сотворение мира. А, вот еще что она рассказывала. Интересно, мне нужно как-то вот это сюда, сейчас я удобно устроюсь, удобно сюда, как-то вот это вот удобно, ноги сюда, потому что нужно там. Ок, надо глянуть, не испортила ли я это видео, придется выключить, следующее включить. Я, конечно, знаете, вот это вот с ногами нужно было, конечно, знаете, повторять вот эти вот, типа вот это вот Пэрис Хилтон. Ну ладно, хорошо, сейчас я его выключу, значит, так, смотрите мои следующие видео. Вот. Сейчас буду читать ту книжечку. Вот, и, так скажем,
«Горячие секреты великолепного секса» и книжку «Вечные жизненные истины». С вами я, Татьяна Салмановна Мактум Сайфуден. Очень надеюсь, что я это видео не испортила. Вот, вы понимаете, да? Как-то вот. Татьяна Салмановна, как-то вот это, вот надо это, да. Сначала выбрать как-то вот эту позу, посмотреть. Заснимаю столько видео, надо, конечно, знаете, сначала сделать пробное видео, посмотреть, как это снимать, как вот это, а потом уже заснимать. Ну вот, но делаю все сама, знаете, вот это. И заснимаю, и как там, и текст мой, понимаете, авторская программа, творческая студия позитивного мышления, силы позитивной мысли. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Так что вот.